Здесь всегда, да? Друзья мои, мы со Шкымом идем на прогулку велосипедную. Час дня, так тепло. Вечером, знаете, как прохладно. И мы стали сейчас активно с ним прополис кушать. Уже прохладно по вечерам. Даже два одеяла. Ашки мои, ахшам, что кушу, думби? Батаны лязимовось. Электрик. Он смеется, чтобы я батанегерик. Электрик, Юрган. Юрган, а ты еще вернешься? Кенарында. Собака, кадар, янс. Хайр, собака, кадар, герек, юку. Когда ложишься в холодную, ну я же в летние ночнушки, поэтому. Или надо пижаму одевать уже. Все, пошли мы на велосипеды. Пока никого нет, спокойно покатаемся. Вы знаете что? Вот сейчас мы идем на солнышке, да? Но уже ветерок такой прохладненький. И когда мы сядем на велосипеды, нам нужно одеться, потому что мы заболели, Сашка. Но нам этого не надо. Не так ли? Вот такое самое хорошее время выходить сейчас днем. Посмотрим сейчас на море, есть ли там кто-нибудь купается. Смельчаки, здоровяки, наверное. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Так, мои дорогие, и что мы видим? Есть купальщики, есть. Хотя 30 градусов, половина второго, 30 градусов, но мы не будем рисковать. Нам не нужно болеть. Мы обрадовались Ашкымом. Есть 4 велосипеда. Очень обрадовались, что не нужно будет такую даль идти. Влюбленные, возлюбленные парочки. Классно, днем никого нету. И спокойно хоть покатаемся сейчас. Друзья мои, я еду. Как хорошо, когда никого нет. Это просто кайф. Как хорошо, когда никого нет. Ашки, нужно со Нашкой. Гельбурая дёным бени. Вот это драйв, вот это кайф, мои дорогие. Вот здесь уже попривыкаю, да? Привыкну. Ашки сзади, Ашки, нужно со мной. Я, знаете, как хорошо каталась, умела кататься когда-то, потому что я этим занималась каждый день и была профессионалами, без рук даже, и вставала там, и все делала. Естественно, нужно поучиться, но сейчас хоть спокойно, никого нету. Вот это кайф! Красота какая! Тарай-та-тара-та, тара-та-тара-та. Надо устраивать себе такие праздники, жить красиво, ведь я этого заслужила. Какая у меня была трудная жизнь. Работала, не знала ни выходных даже, один выходной, не знала, что делать в этот выходной. Тяжело было очень. Работа, работа, работа. И благодарю тебе, Бога, Вселенная, за то, что я сейчас наконец-то 5 лет занимаюсь своей собой, своей жизнью. Идите к своей цели, девочки. А вот если вам, я написала вчера в Инстаграме пост, посты я пишу от себя. И если вам жизнь преподает такой шанс, используйте ее. Используйте этот шанс, рискните. Ведь хуже, чем есть, не будет. А вернуться вы всегда сможете в ту прежнюю жизнь. Рисковать надо. Вот после
45. У нас уже, к сожалению, счетчик идет отчет в обратную сторону. Поэтому используйте все шансы. 90 из 100 у вас получится. Я уверена. Мои дорогие, после нашей дороги полчаса мы были в пути. Вы представляете, сколько километров проехали? Вот там впереди наш Мезетли. И то это, по-моему, Марина. Но мы очень долго, очень далеко доехали. Это, вот видите, там колонны, там напротив. Форум напротив, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, где-то рядом. Мы решили вот чуть-чуть пофотографироваться на фоне этих исторических самолетов, а там катер, и продолжим свой путь. Наверное, возвращаться будем. Мои дорогие спортсмены, это однозначно, что ему очень нравится то, что я затеяла, как-то изменила его жизнь. Это точно кардинально изменило. Такая я. Мы приехали до Хилтона и продолжаем свой путь вперед. Очень интересно посмотреть, что там впереди. Тут рыбацкие лодки. А тут, посмотрите, теннис-клуб. Можно, вот так далеко находится теннисный клуб. Конечно, да, легко. Без машины сюда не стоит даже и нос сувать. Как мы устали, друзья мои, мы доехали в сторону ветра, а сейчас против ветра. Блин, так почувствовалось. Очень устали. Смотрите, как это делается. На декле бисиклет и вот карту. И все, мои дорогие. Четыре. Кач? Четыре. Да это наш кемпинг, лиры. А, две лиры. Кач сават. Из дакика. Кидаки. И кидакика, видите, на две минуты больше часа ездили и на руле. Ничего страшного. Вот мы решили, что сделать. Пойти в эти музеи сходить. Сколько лет живем, ни разу не ходили. И там какой-то метеоролог. И тут какой-то археологический музей. Пойдем погуляем, потому что очень устали. Сколько велосипедов, полно. Не останемся, вернемся домой. Так, мои дорогие, мы пришли в музей. К счастью, снимать можно, все снимают. Посмотрим, что здесь такое. Фотографии. Фотографии. Конечно, они то, что на раскопали, все сфотографировали. Так, что здесь написано без очков, я не вижу. Вместе с вами посмотрю. Интересно, наверное, будет, да? Посмотрим и сейчас. Спрошу потом Ашкема, сколько стоит. Вот так вот выглядит музей. Это что, Казем? Портлер и Сергиси. А, Сергиси, он и Ашкем, Сергиси. Сергей. Вот такая комната, где можно посмотреть. Отдохнуть и посмотреть, да? Кинотеатр мини. Мини-синема, Ашкем. Синема. Правда, чего Ильгинч Верхады вот Ураджас посмотрим? Романтика, кинотеатр для меня и для Ашкыма. Он так устал. Мы не заговорим, пойдем на автобусе, вернемся. Так раньше жили. Да.
Как раньше жили, там раньше готовили кушать. Какой большой музей. Придете, сами посмотрите. Идем, смеемся, Сашка моя курит зубные, зубные палочки. Икра золота, где раньше золото? Алтын-гермиорум. Такие украшения. Золота нету. Золото. Джам гермиорум. Шина джам. Джам, а, стеклянные. Шина ляч. Ляч везегир коймак. Это для лекарств, говорит. Улабили парфюмы чем? А это какая? Тангиби там. Тангиби аж. Самое дорогое, что мы здесь нашли со Шкымом, это золото. Видите, каким оно было в те времена. Все изменилось, деньги изменилось, жизнь изменилась, экология изменилась, а золото остается таким же. Покупайте золото, друзья. Какой огромный музей. Еще, кажется, на второй этаж надо подниматься. А это серебро. Золото и серебро остаются таким же. Музей, знаете, как кого-то по лабиринту идешь, куда-то идешь, и вот попали на второй этаж. Ну, здесь интересно. Красиво. Первый раз я в музее. Ашкин тоже с интересом смотрит все. Классно. Посетите, обязательно вам понравится. Вышли в какой-то зал, смотрите. Кто-то разговаривает, вот они, нашли. Алтын? Да. Золото, золото. Теперь. Так мы ходили, ходили и вышли. Вот так вот, друзья мои. Вот такой музей. Посетите, интересно. Самая ценная информация сейчас я вам дам. Смотрите, друзья мои. Археологический музей, археологический музей. Вход 12,5 лир. Пожалуйста, придите. Вам очень понравится. Для разнообразия можно прийти. Возвращаемся домой, еле идем. 30 километров, говорит, мы накатали сегодня. Я еще, знаете, что упала. Упала возле Марины, там же такой спуск. И я смотрю, что Эндер проехал, машин не было. И тут вдруг смотрю, машина заворачивает. У меня такая паника, я хотела схватиться там за бордюр. Забыла нажать на тормоз. Мой велосипед поехал, и я... Короче, сошла и упала. Вот, я не знаю, как получилось. Конечно, не порвала. Не знаю, коленки, что там у меня будет с коленками. Ну, быстро на середине дороги поднялась. На середине дороги. Остановила движение. Мой муж был бедный, так смотрел на меня. Как я, помните, падала тогда в подвале. И весь дорогу спрашивает, не болит, не болит. Доехали.
Идем еле домой, купили хлеб, хлеб ржаной. В пекарне 3,50 стоит, а обычный 2. Тоже подорожало все. 7,50 отдали за 3 хлеба. Чувствуется такой голод. Схватила бы я с удовольствием бы этот хлеб поела, но руки грязные, не хочу. Сил нет. Сейчас мы зайдем в душ с ним. Потом буду готовить ужин. И все, мне кажется. Не знаю, я способна завтра выйти куда-нибудь. Но я представляю, что у нас ожидает. Мы кушаем кофты. А у меня вот такой батлиджан с кофты. Ашке ему не понравилось, я ему пожарила отдельно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.